давай скажи, как тебе. Рот. На самом деле мне было очень спокойно, вот прям совсем спокойно. Я не знаю, сколько я там лежала, но мне казалось, что я не лежала тут недолго относительно, ну не знаю, может, ну минут 5, ну где-то так вот, на мое усмотрение. Я пыталась посчитать, но я сбивала со счета и начинала заново. И, короче, я не знаю, я очень много раз пыталась посчитать, что-то вспомнить, и ничего не вспоминалось. Типа, поэтому я просто концентрировалась на дыхании и дышала. Медленно дышала, глубоко дышала. Представляла, что я на медитации. Не дышала, потом такая задумалась. Начали очень сильно неметь руки, особенно вот кисти. Кисти рук, вот эта вот часть. Я не шевелила ей вообще. Я чувствую, что вот по ним как вот пошло прям вот сердцебиение. Чувствовала свое сердцебиение по всему телу. По мне так это вот, наверное, прикольное ощущение. Ну, типа вот просто лежать. В итоге ты склоняешься к 5 минутам? Значит, да, мне кажется, что так. Сколько она пролежала? 34-33. Да это ладно. Так. Короче, под землей время идет медленнее. Вот так, собственно. Что не сделаешь ради острых ощущений, да и вообще поработать с собой, подумать. Тут вам точно удастся. Главное, не бойтесь. Мы всегда все контролируем.